Подписывайтесь на мой второй дублирующий канал. Ссылочка на него будет в описании. Друзья, я открыл интернет-магазин. Ссылочка на него будет в описании. Проходите и покупайте интересные товары. В Европе жесть. В Голландии еще хуже, чем в Бельгии. В Париже жесть. Стоянка туристического автобуса двор... Версальского дворца стоит 500 евро в день. Ну, пойдем туда, под комментарии смотрю. Так, дальше. Похоже, приехал Леха. Пора сушить весла. Не злорадствую, ни в коем случае, сочувствую, но дальше будет или, или домой, или пустит корни, уже без автодома, потому как зимой в нем околеешь, где тепло, Испания, там работы нет. Ну да, в Испании, друзья, все дешевле, да, в Испании, к сожалению, 5 евро час где-то работа, а здесь вот 10, вот так вот, да. Авто... Так, Анатолий, Анатолий, автодом содержать стало накладное, кемпинги, парковки для кемпингов по стоимости равны отелям масса ограничений и запреты отбили охоту путешествовать на кемпер-авто. Лучше при наличии бабла передвигаться на легковом авто и ночевать в отелях. Безопаснее и комфортнее. Ну, в чем-то, да, друзья. Ну, извините, отель, извините, надо по 70 евро платить. Даже, даже, кемпинг пока, извините, по 20. А вот отель ты дойти да, за 50, надо еще поискать. Они есть, конечно, но мало. А тут, тут вообще ценники-то 70-80, друзья. 65 например, тут центр хороший на отель. Так что, извините, да, 10 дней можно позволить себе. А извините, вот так как я жить месяцами-то, я думаю, вряд ли кто так отель-то выдержит. Это нужно бюджет-то в 3-4 тысячи евро. а Извините, за это зарабатывать, а я не нужно. Поэтому, извините, пока-то непонятно, как вы тут отель-то каждый день менять будете. Автодом содержать тоже деньги нужны. При этом он стоит на квар как квартира, бензин газ, платные дороги, парковки. Ну да, понятно, да, конечно, автодом дорогой, я же купил его в свое время. И при этом никакой свободы и пресловутой независимости. Ты сам свой рюкзак с компьютером и телефоном ночью. Ну да, я уже говорил. У изголовья прячь, чтобы не украли, пока спишь. Да, ты сам давно уехал, был, давно уехал в жене в Россию. Да, автодом без просмотра не оставишь. Ну да, нет смысла его здесь вставлять, если у меня есть, извините, здесь бесплатное жилье, о чем мне торопиться больно. Мне здесь поинтереснее, друзья, я уже говорил. Мир иерархичен, Геннадий пишет, Гаклов. Если кто-либо не видит, не понимает управление человечеством в масштабе всей планеты, возникает иллюзия, что все происходит само собой. Основная часть человечества похожа на стадо овец, которых постоянно стригут и режут. И неважно, какого овца цвета, на каком языке они разговаривают, какого вероисповедания придерживают. Ну, я согласен, да, по сути дела тут как вот манипуляции. Это да, это нормальные песни, друзья, поэтому здесь так... К этому я спокойно отношусь, друзья. И хотя, друзья, я имею достаточно устойчивую психику, так ко всему так нормально реагировать, нормально. Так что, друзья, тут... у меня вроде с этим все спокойно. Я просто вам какие-то моменты рассказываю, какие вот есть у меня. Все. Это не за что я тут вот пишет, не ной, не ной. Никто не ноет, друзья. Никто не ноет. Я вам рассказываю реальность, то, что есть. Я снимаю свой влог. Ной, не ной. Тут никто не ноет. У меня нормально все. Я же никого ничего не прошу. Так. Алексей, не путай свободу с халявой халявы, понятно. Ну, хорошо. Так, форма XXL. Пришел Леша в бар, интересуется, а у вас есть Wi-Fi? Да, а какой это его пароль? Сначала нужно что-то заказать. Окей, okay. чашку купучи, да, пожалуйста. С вас 2 евро. Вот деньги возьмите. Ну, скажите теперь, какой пароль-то? Сначала нужно что-то заказать. Ты набирайте большими буквами, без, без пробелов. Не, ну я уже говорил, да, просто некоторые бары тут, да на эту тему. У них момент, типа, ты, ты возьмешь пароль, и как будто куда-то убежишь, там будешь им пользоваться, вот. Я говорю, ребята, они, ну, просто люди, некоторые не понимают в барах, что мне не только Wi-Fi просто нужен так, вот, а мне нужно сейчас, чтобы он грузился хорошо, а это очень редко бывает. Поэтому некоторым людям просто нужно объяснять, что я, там блогер, все остальное, это сложно получается. Тем более на английском, там, объяснить им, потому что он думает сейчас, он мне просто там пароль Wi-Fi дал, я тут сижу, и мне больше ничего не надо, вот. А видите, тут я немножко продвинут в этом плане, ну, вот, а к сожалению, мало заходит так в бар то Такие блогеры-то. Поэтому с людьми приходится постоянно тем разговаривать. Проблема в том, Алексей, что у тебя нет статуса нормального в Голландии. Вот в России с ОПГ, ФСБ при власти, ты хочешь, ты не хочешь жить и правильно делаешь. А в ЕС, будь у тебя гражданство и соцгарантии, ты бы не чувствовал себя ограничения. Ну, я согласен, да, у меня документов нет, конечно, поэтому, соответственно, я себя по-другому чувствую. Понятно все это? Стал уже волноваться, что нет очередного видоса. Но по все нормально. Да, друзья, к сожалению, с видосом извините, потому что просто было ну, работы с утра до ночи. Пока вкалываю, поэтому пока вот не до видосов, друзья. К сожалению, если бы я с канала мог жить спокойно, я бы, конечно, не работал. Но, к сожалению, приходится подрабатывать. А то, видите, на какие-то, извините, хотелки не хватает. Хотя какие хотелки? Там аккумулятор купить в автодом. В общем-то, нужные моменты просто не хватает. А по поводу свободы размышления понятны. Хотя сам автор говорил, что надо самому себе чувствовать свободным. Но я бы добавил, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода. Пространство другого человека. Для свободы нужно здоровье и материальная независимость. Ну, понятно, конечно. Все. Все. Хомячок осознал, что он в клетке. Валерий Прончев пишет. Вот. Хомячок осознал, что он в клетке. Спасибо. Интересно. Леша, держись, ты молодец. Спасибо, Юрий Куликов. Ты находишься в стране велосипедной. Найдите там велик. А, ну проверик, понятно. Леха, приветствую тебя. Давно тебя не смотрел. Смотрю, что ты тут -то, то подустал. Еще едь в родные места. Будет и кровь и свободы, и подписчики и лайки. Не трать молодые годы впустую. Ага, спасибо. Это я впустую сейчас трачу, дальше, друзья. То есть Женя. Не думаю удачи, рад за тебя. Ну, друзья, в России просто сейчас нет смысла ехать, потому что я оттуда потом вряд ли уже сюда поеду, приеду. Тут надо будет кучу ну, куча ограничений всякие, визы открывать рабочие, еще чего-то. Вот мне тут скинули статейку, что в Италию сейчас уже там не пускают, туда хотят люди как-то уехать по справкам каким-то, там некоторые агентства видно справки какие-то там, типа на лечение. Уже начинают там проверять. В общем, сейчас сложнее все с выездом. Так, Сергей Вендерер. Леша, главное, чтобы у тебя работа была, чтобы ты мог спокойно себя чувствовать, и если надо, мог даже в кемпинге постоять. Молодец. Так ты, главное, держись, и все будет. Гуд. Пока не закончится тема с вирусом, все, будет, все будут настроены. Согласен, согласен. Ну, пока в кемпинге, конечно, взять не хочется. Конечно, приходит возможность. Если там вообще уж форс-мажор будет, я, конечно, заеду в кемпинг. Но кемпинг пока дороговато. Ну вот, где я меняю туалет, кемпинг стоит 15,50, по-моему. 15,60 в день. Деньги это свобода почти. Согласен. В Испании у вас был счастливый, отдохнувший вид, а сейчас вы замучены. Ну, конечно, друзья, я работаю по 11 часов пока. Но сейчас, наверное, буду поменьше работать. Что то пока, пока вот сегодня меня опять в субботу меня не уволили пока. Потому что нужен подсобник, чтобы там все убирать и помогать всем месить цемент. Но пока вот дальше работаю. Так, тут что-то русским буквами, а то есть английским буквами на русском сложно читать. Кончились деньги, кончилась свобода. Так, философский высер по типу Макса Суханова. Деньги есть, и бабы, лю... и бабы любят. Денег нет, и член отрубят. Руби бабулу, пока границы закрыты, и конкурентов на работу мало. В Италию двигают, там больше условий для кемперов. Вода слить. Ну, понятно. Так, вижу, работа отнимает много сил, а свободы сейчас действительно тяжело. Со свободой. Согласен, согласен. Да. С коронавирусом, я думаю, друзья, у нас свободы будет гораздо меньше. Благодарю все, что делишься. Интересно тебя слушать. Угу. И вечный бой, свобода только снится. Спасибо за видео, Алексей. Свобода это можно в лесу где-то в РБ и в РФ. И то, чтобы никто не видел. А в Европе в правовых государствах много чего зарегулировано. Но можно про пробовать. По, пройти по грани и ничего особо не нарушать. Я согласен, да. Я сейчас езжу на самокате, опять же, хотя вроде запрещено тут с номерами, но вроде спокойно никто не останавливает. Я тут, в принципе, я езжу, то я не вот прям с утра до на нем езжу. Я всего лишь там до работы доезжаю 2 километра и обратно с работы. В принципе, меня тут сложно так вот отследить. Вот. Лешенька халявщик. О, спасибо. Интересно. Что в тебе, Юля, нашла? Бич в 45 лет. Круто, конечно. Рома К написал мне. Спасибо, Роман. Интересно, что мне Юля нашла? Ну, подумайте сами. Страны и законы в Европе отличаются, но просроченные, просроченные дни пребывания это уже риск на штраф и депортацию. Ну, друзья, это опять пугающий такой. Тут много людей живут и нелегально, и ничего страшного. Пугалки не надо пугать все это дело. Уже все это надоело, друзья. Уж. Когда вот кто-то что-то будет, тогда я буду решать эти вопросы, друзья. Леха, агент матрицы. Дунь, косяк, и все пройдет. Спасибо, друзья. К сожалению, нельзя. Друзья, ни, ни, алкоголь, ни косяк, потому что надо следить. У меня, извините, автодом. Я здесь живу, вещи все. Тут под косяком-то можно все и просрать, извините за выражение. Ой, Алексей, давно смотрю твои видео, но почему-то только сейчас услышала, что ты тоже... А, я... да, да, друзья, я из Нижнего Новгорода. Да, земляк, держись. Спасибо, Елена Мухина. Спасибо, да, 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 я из Нижнего, друзья. Алексей, молодец, ты человек, который нагнул систему, живи в свое удовольствие, если за все платить, будешь постоянно работать. Деньги – это проданное время жизни, береги их. Твое путешествие – это жизнь свободного человека, так держать. Вот, спасибо, спасибо, Ибзи, Реднек, спасибо большое. Так, привет, ты уже отвык от России, это Сергей Кантаев. Когда пришло время платить, ты сразу заплакал. Когда ты вернешься домой, ты сразу поймешь, где лучше. Понятно, в России можно и туалет в кустарник вырить и показать где угодно, покакать где угодно. Если ты кому-то мешаешь, могут тебя быстро подвинуть и даже посадить. Так что позже поймешь, где свобода. Спасибо, спасибо, Сергей. Я уже понял. Будут у тебя деньги, будут у тебя и свобода. Ну понятно, бомж в натуре. А что он ему? Сказал ага, другой Алексей, я бы сказал, что ты под свободой подразумеваешь. Это порядок. Хорошо. Кажется, кто-то зажрался, и кому-то надо вернуться в Рф, чтобы вспомнить и освежить в памяти жизнь на родине. Понятно, Стас. Свободу можно везде и все, но только вдоль забора. Свобода, порядок. Попробуй спать в палатке. Ага. Владимир Мажухин. Мажукин. Хорошо, что в Европе законы предупредительные, а бывшим, бывшем совке сразу штраф и наказание без всякого предупреждения. Незнание закона не освобождает от от наказания. Согласен, да. Здесь, кстати, друзья, хорошо в этом плане, точно, да. Вот пока, пока и предупреждают, вот это очень хорошо, конечно. Юля за очень понравился выпуск свободы халявы. В Европе да и в Штатах в рамках закона нет, но когда русских это останавливает, кому хочется, тут поедет, а кому дома хорошо, то тут будет смотреть выпуск Алексея. Канал на ходу и поддерживать материально нашего путешественника. О, спасибо, Юрий Азаров. Спасибо. Приятно. Спасибо большое. так Очень хорошая тема, верные мысли. Так, копим на боли. Роман Максимов. Травля человека психологический буллинг. По сути, со всех сторон. И вот в такой среде не свободы. Надо воспитывать свои личные чувства свободы. Свобода и здоровье главное. Согласен, Роман. Поэтому я не контактирую и не отвечаю ни на какие внешние запросы извне. Живу подальше от городов. У меня нет имущества, которое можно конфисковать или наложить арест и так далее и тому подобное. Только свобода и здоровье. Игнорирование внешнего мира. Главное качество здоровой психики. Согласен, кстати. Вот очень хорошо пишет, друзья, Роман. Какие бы повестки, звонки с незнакомых номеров, извещения, штрафы, удавления не присылали, я ни, никуда не Иду, не плачу, не, не, оп, не получаю и не оплачиваю, читать, нервничать, реагировать, задумываться над этим, не собираюсь, не анализирую и не задумываюсь о последствиях этого, так как в этом нет нарушения УК РФ. На данный момент искусственно создан и целенаправленно работает государственно-банковский аппарат, нацеленный на изъятие денег или имущество людей побороть вы это не сможете уже никогда. Я согласен полностью с Романом с вами. Вот здесь очень хорошо, кстати, друзья, написано. Хорошо написал Роман. Так, главное – игнорировать информационные потоки из внешнего мира. Вот согласен полностью, друзья, согласен. писать уже, психика будет гораздо устойчивее. Максимально возможную свободу дают только исключительно деньги. Они самый важный элемент, насколько возможны свободы в реальном мире. Деньги самое главное и иметь возможность тратить как можно больше денег для свободы. Это и есть личная борьба за свободу. Согласен. Не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько тратишь или можешь потратить. Это и определяет твою личную свободу и в реальном мире на следующие 10 тысяч дней. Личная свобода в контексте взаимоотношений с внешним миром регулируется только деньгами. Личная свобода есть абстрагирована и в вакууме регулируется только здоровьем. Угу. Личная свобода, если абстрагирована и в вакууме, регулируется только здоровьем. Согласен. Вот, друзья, кстати, хороший комментарий, Роман. Спасибо большое. Хорошо написали очень так четко. Да, согласен. Тогда, с вашего позволения, вот Роман пишет, позволение дополню про часто встречающуюся и периодически поднимающий тему работы. Всевышний дал человеку работу для того, чтобы проверить, как человек в таких условиях сможет выполнять его заповеди. Будет ли обманывать, лгать и переступать законы Всевышнего. Больше ни для чего другого работа не нужна. Всевышний создавал человека и его жизнь для работы. Также, если рассматривать любой подход в целом, излишне серьезные зацикленные отношения к происходящему, реализуется в цикличности рассуждений и навязчивых идей. Это перманентное свойство психики стоит принимать в внимание и ограничивать ход и движение мысли по кругу. Угу. Также если рассматривать, еще раз читаю, любой подход в целом, излишне серьезные и цикличные отношения к психоисходящему реализуются в цикличности рассуждений и навязчивых идей. Вам угу. тут так подробно рассказывает тут уже Роман. Ушел глубоко. Так, ладно, поехали дальше, друзья. Ну, основные мысли, друзья, понятны. Спасибо, Роман. Очень приятно. Когда выйдет видео про новую работу, друзья, все выйдет, друзья, все выйдет. Подождите, просто потихонечку все это выходит. Паша кошмар. Алексей, я думаю, ты меня не понял. Если берешь место на кемпинге на месяц, то дорого получается. А когда берешь сразу на год, то намного дешевле. Ну да, друзья, может быть, конечно, на год дешевле вот 1000 евро пишет на год. Паша. Ну, на год мне не нужно, просто в год я в одном месте стоять не буду. Ну, конечно, можно, да, здесь, понятно, но, блин, год в одном месте это жесть, друзья. Ну, я меняю просто пространство, поэтому, конечно, на год понятно, что будет дешево, наверное. Совершенно автор прав. Россия свободная страна. Живу в Бельгии более 20 лет. Он, как видите, хорошо пишет. В России, оказывается, свободы больше. Вот какой. Тебе бы на улице Каира, Там ни запрещающих ни указательных знаков нет. Свобода, пля, свобода. Ну да, я помню, в Каире там везде все фафа везде ездит. Но они так привыкли, что же делать. Вот так вот. 21 сентября, 7 лет каналу. Нормальное такое путешествие на 7 лет. Ну да, канал я, по-моему, в 2013 году, друзья. Но канал я начал вести в 2016. Поэтому в 2013 году это просто был аккаунт. Поэтому каналу всего лишь где-то 4 года, друзья. В 2016 году я воткнул в сентябре. Ой, в октябре. Как раз вот сейчас через месяц будет 4 года вырезанными все противно и проти, противно тошнит ага, понятно это евро понятно владимир Гритневич. свободы нет ничего 5000 понаехавших из россии скоро установит свои понятия по которым срать везде будет считаться праздником свободы понятно все спасибо владимир добро пожаловать в капитализм для продвижения купи электровелик без ручки газа и закатайся без регистрации номер. Да, вот я, друзья, на этом подумаю еще просто. Пока вот, видите, самокат пока купил, поэтому пока вот на нем. Ну, в принципе, самокат мне нравится очень, друзья. Вот так вот ездить на работу идеально. Я его там заряжаю, получается, туда я еду, я его там заряжаю, и мне хватает даже, даже я в автодоме сейчас его не заряжаю. Получается, я на работе только его заряжаю, и компьютер тоже. Вот, что с вами вот, я болтаю, я на работе там все заряжаю. Вот, по сути, мне нравится, я там сразу прихожу, с утра ставлю на зарядку, у мне заряжается за день, пока я работаю, потом я вечером на нем еду. В принципе, пока мне самокот устраивает, друзья, поэтому я тут ничего не вижу. Да, конечно, электровелосипед интереснее, но, видите, его надо везде привязывать, он дорогой, его могут украсть, вот, пока ты там будешь в кафе сидеть, поэтому здесь своим плюс и минус. А самокат, я забыл, даже в кафе мне разрешает брать с собой. Паша Кошман. Да, Алексей, ты верно говоришь, ограничения везде Везде здесь на Западе и в России их не меньше. Только тут одни, а в России другие. А жить нелегалом еще труднее. Ты просто мало еще знаешь, как, где можно здесь крутнуться. На твоем автодоме можно жить на специальном... А, ну вот еще по 1000 евро, да, уже слышал. Так, копи... копим деньги на Бали. А Роман вот еще пишет. Максимально возможную свободу дают только исключительно деньги. Они самый важный элемент, насколько возможна свобода в в реальном мире деньги самые главные и иметь возможность тратить как можно больше денег для свободы это и есть личная борьба за свободу неважно сколько ты зарабатываешь она Ва... оно да вот уже читал я уже да так так Мила пишет Мандал свобода при мировом правительстве о чем когда стал доступен интернет смотрел очень интересных блогеров сейчас или их нет при наборе такую чушь поисковик выдает что не знаю на каком языке он отвечает свобода она как душа совесть или есть или нет можно быть нищим и щедрым быть богатым и нищим духовно и материально а у Пушкина есть произведение скупой ли да еще и рыцарь сколько лет прошло а жадность правит пусть не миром в некоторых а некоторыми рыцарями молодой мужчина приехал в Германию с родным с родными открыл свой канал ездил по Европе рассказывал как он хотел бы не, быть независимой системы очень интересно показывал все что видел он за рулем своей машины. То и мы видели. Не то, что есть такие блогерши. Никак себя любую не, не смотрится. Свобода для славянской души главная Европа. Алексей, для нас очень сложный регион. Мы не привыкли подчиняться и ходить по струнке. Это диски вибрации. Ну, понятно, кто о чем. Ну, ка его спасибо, друзья. Комментарий почитал. Так, сейчас, друзья, комментарий вот к новому последнему видео мне пришло. Вот уже тысяча просмотров за ночь. 82 комментария. я сейчас отвечу на все комментарии последние, пока воемечка есть. Сегодня выходной у меня. Понятие ночевка и отдых. Под ночевкой подразумевается разворачивание наружного бардака, столик, барбекюшница, маркиза. Это запрещено во всей Европе. Понятие отдыха. Вы устали с дороги, остановились, Положим для остановки вместе. По всем правилам без разворачивания внешних атрибутов кемпингов. Вы просто отдыхаете в своем автомобиле. Это никак законодательство не регулируется. Если вместе с стоянки не имеется специального знака, запрещающего отдых в собственном авто. Алексей, тебе походу нужно понимать этот концепт. Даже полицейские это путают. Не, не знать, но знать тебе нужно. Угу. Имха. Хозяев кемпингов заинтересованы и пользуются незнанием людьми законов все европейские караване постоянно пользуются знанием законов и все у них окей okay. шли тех кто тебе рассказывает про штрафы в сад и удачи в жизни так да хак это просто да я согласен друзья поэтому видите друзья надо оказываться тут ездить у нас еще скажем так просто устал с дороги можно отдохнуть правильно по сути дела Да согласен а здесь люди, да, кемпинг получается просто пугалово. По сути дела, ты можешь с дороги, и там вечером ехал, устал, и отдохнуть можешь, Леч, правильно? Можешь сказать так. Поэтому полиции, в принципе, никаких вопросов возникать не будет. Но мне, в принципе, вчера ничего там Сказали просто уехать на другую парковку. Они мимо ехали. Поэтому, в принципе, я вот переехал, ничего страшного. Прикольный ты в Машина за 40 тысяч евро, а на ночь стать за 18 евро дорого. За все надо платить. Я согласен. Да, только если ты разом встаешь на 10 дней, то, конечно, можно. А когда, извините, ты живешь третий месяц или четвертый, то, извините, дороговато будет. Извините, пожалуйста, молодой человек. ГМ. Тема в ролике не раскрыта. Куда все-таки делись Лехи на фекалии? Друзья, в следующем видео, друзья. Так, так, евро... Леха, там... Леха, Леха. Друзья, ну, вообще, как-то, ну вот, я вообще, друзья, еще раз говорю, мне не очень приятно, когда мне начинают сразу тыкать, понимаете, сразу там, Леха, на ты, вот, там, звонит, сразу на ты переходит. Ребята, это не воспитание, не культура. Я, например, с людьми на ты сразу не перехожу, с любыми. Вначале я просто или спрашиваю, там, на ты можно разговаривать, например, там, хотя бы, это, хотя, хотя бы, после нескольких фраз. Вот, только на ты, например, перехожу. Просто так вот не перехожу. Поэтому, извините, тут сразу тыкать, там, Алёха и все остальное. Ну, друзья, как-то будьте уважительны и ко мне, и к друг другу вообще. Вот, пишет Wi-Fi, есть в Икее. Спасибо, кстати. Ну, я в Икее одну заезжал, когда еще в Голландию только уезжал. Там вообще в Икее сейчас уже, по-моему, столовый даже не работает. Тогда, по-моему, столовый не работал, даже встать негде было. Везде нужно было только купить быстренько, из магазина выйти. Может, сейчас что-то изменили. Вот такая же в очень нравилась. Там, да, бесплатный Wi-Fi. Можно сесть, полностью загрузить все. Вот, только, к сожалению, видите, тут пока вот сейчас с новыми требованиями коронавируса все по-другому. Так. Тоже проблема в том, что из-за пневдов... псевдовируса у людей бизнес упал. Вот они хотят в кемпинге загонять всех, чтобы деньги платили. Ну, понятно, да. Оплата за нужду. Так, вот, тут, интересно, стихотворение написал. Еду с контрабандой, здесь свободы нет. Стал под Нидерланды мне, Биотуалет. Боются с бродягою, другом темноты. Где-то под Гаагою я найду кусты. Освежу традицию, смятую страной. Их инквизицию посылай за мной. Для кустов полезнее и иметь в виду. Вот моя железная плата за ружду. Ну, друзья, как интересно написал. Спасибо за стихотворение, друзья, очень классно. ила Сахар... Ой, Илья Сахо... Саков. Угу, спасибо, Илья. Алексей, так, с такой устойчивой психики тебе можно космонавтом в полет месяцев на девять в одиночку. Завидую. Спасибо, Александр, спасибо, спасибо. Так, привет, Алексей, задался заждался твоего видео. Подсадил ты меня. Мне показалось или как, что людей на улицах как-то маловато. Да, согласен, согласен, Вадим З. Людей не так много на улице, особенно в рабочее время я особенно с утречка. Вот. Часиков 9-10 я бывает, люблю там пройти день-то, кофе попить. Ну, маловато прям очень. Он мне тут пишет. Глеб Глеб, Мусоришь одно и то же 40 минут. Все давно это все знают. А кто не знает, понял это с первых минут. 40 минут втирать одну и ту же дичь, зап запихивая через слово свое фирменное здесь. -я. Подача любого материала просто отвратительная. Постоянно скулить из-за денег только здесь. -я. Ну, глеб, что хочу сказать, глеб. Ну, если вам не нравится, ну вы не смотрите видео. что тут писать, я не понял. Если вам нравится, там подача материала не нравится, ну смотрите телевизор других блогеров. Чего просто глеб, я не пойму. Писать всякое тут здесь. -я. Если он там режет ухо, вы перфекционисты или еще что-нибудь. Ну, не смотрите. В чем вопрос? -то? Ведь никто же не заставляет вас смотреть прямо мое видео. Отпишитесь с канала, проходите мимо. Мне, кстати, сказали, что, друзья, что в Гааге, например, если погулять в центре, там с туалетом очень плохо вообще. Туалет найти очень сложно. Только, соответственно, в кафе. Вот приятели, ребята, живут в Гааге. Так что не везде такая проблема. То есть проблема не только у меня. Алексей, не впадайте в уныние. Да нет, все нормально, друзья. Нормально себя чувствую. 18 евро – это совсем немного за все услуги, которые вы получаете в кемпинге. Это ведь не каждый день. Или положить кассету в икейскую сумку и так принести ее в туалет на заправке и в платный туалет или прачню. Ну да, согласен. Я вот если я, я же дальше писал, что я в торговый центр ходил. Ну, сейчас просто не хожу, не очень люблю сейчас в торговый центр ходить, конечно, с биотуалетом. их друзья, вот даже рука устала держать камеру, блин, представляете, руку вот так. Прям видно, свой уже немножко после работы, видно. Так, прачечную так, так. Ну, не вкус, жалко голландцев. У них там красиво все сделано и Вдруг сюрприз, здесь был Вася. Ну понятно, друзья, поэтому я не сливаю никуда, я сливаю только вот в кемпинге за 5 евро. Вы можете утилизировать содержимое кемпингового туалета в любом туалете, который подключен к обычной канализационной сети. Э, вот это для Германии и Голландии, не знаю, так на, на автобанах можно. На автобанах, да, я в туалет согласен, в Германии вот это очень удобно, на автобанах. Вот в Голландии здесь просто туалета нет у них, что-то на автобанах. Ну есть только на заправках, но вот там не, не сольешь больно. Подожди, Леха, кемпинг ведь законы не делает, и их деятельность не публичные туалеты. Кемпинг же предназначен для парковки караванов и комфортной жизни в путешествии. В Европе доходы намного выше, платят за кемпинги. Кемпинг ведь там та стоит за, платят, тоже платят за землю, хотя бы налог за недвижимость, платят налоги, за зарплаты и так далее не так просто, как ты считаешь, потому что ты смотришь только со своей страны, Даже социальные службы в странах, в основном для тех, кто платит налоги за их счет. Пока ты ехал по кемпингам, мог бы на одном прокануться и все сделать, а то больше денег энергии тратишь, чтобы найти бесплатный сервис. Да я бесплатный сервис не ищу, кстати, друзья, я хотел же заплатить, Алиса, Просто, к сожалению, меня не пускают. Пускают только, на, чтобы я заплатил за день. Ну, друзья, мне не хочется просто, опять же, за 20 евро, там, 18, ну, просто менять туалет не хочется за эти деньги, за 18 евро. За 5 я готов. За, за 18 я не хочу просто. Ну, дорого для меня, и друзья. Там, раз в неделю заезжать. Ну, пока вот у меня просто бюджет такой. Я согласен с мыслью, да, то, что Просто у меня еще в голове еще просто, все-таки еще какой-то доход у меня с России, просто у меня еще русские рубли. Понятно, что может быть для европейца, который получает 5-6 тысяч евро, 18 евро за кемпинг или 25 евро за кемпинг, это вообще копейки каждый день, например, вот так Поэтому, согласен, да, просто еще пока вот у меня просто не такой доход, вот, как, например, получают в Европе. Вот можешь попробовать бизнес за сливание туалетов, только вопрос, зараб заработаешь ли ты, и понравится ли тебе такие, такое занятие. Немногие тянутся таким заниматься, чтобы просто купить землю для такого. Сколько денег потратишь? Ну, я согласен, кемпинг вообще открыть очень дорого. Я же говорю, где-то я в Испании спрашивал, мне что-то предлагали там кемпинг купить за 11 миллионов евро. Вообще какие-то цены бешеные. Вот, друзья, я читал хорошо, написал Вадим Дежданов. Они на русском жалуются. Тут про меня, там Макса Суханова, например, то, что вот мы тут говорим, рассказываем, какие нюансы есть в проживании. Рассказывают они на немецком, то есть для русскоязычной аудитории, для туристов. И это важно тем, кто хочет путешествовать по Европе на авто. От этого во многом зависит выбор, решат они ехать в эту страну или нет. Туристы за границей не обязаны только хозяевам автокемпингов кормить. Туристы платят за топливо, покупают еду, ходят в кафе, музеи, то есть оставляют немало средств во время поездки. А не давать людям, гостям просто стоять или даже ночевать на обочине дороги в своем авто, никому при этом не мешая, это элементарное злобство, которое не делает честь любой стране. Вот, друзья, я об этом же говорю, друзья, если, извините, там меня загонить постоянно в кемпинг, ну, это, как скажем так, не очень так культурно, потому что, в принципе, все парковки, они же бесплатные, правильно, здесь же никто никого не ограничивает, они свободно стоят, мы же, извините, здесь же не вот прям все платное, правильно, я уже много раз эту тему разговаривал, раскрывал, друзья, что, в общем-то, очень много всего бесплатного, друзья. И вообще мы не обязаны платить за воздух, так платить там за землю, прямо вот здесь вот. Если приватная земля, понятно. А если же не парковка общественная, то почему они ну, нельзя например, спать? Вот и об этом написано. А тут просто, видите, просто всех загоняют, чтобы платили деньги. По сути дела, там через полицию пугают полиции, видите, все происходит здесь. А так, пожалуйста, вставай на эти парковки, их очень много. Вот. Просто видите, ну вот пытаются сделать это. А так, в общем-то, можно спокойно ночевать с рожи Меня более сильно не загонишь вот так вот. Один раз скажешь, ну там я отъеду, встал в другом месте. Вот так вот. Ну, конечно, гонять нет смысла. Вот вчера, например, был, там. Сказали, не переехать, я переехал. Сейчас я здесь спокойно, бесплатно ночую. Ну, ничего страшного. Вот такие вот нюансы. Вот, друзья, хороший комментарий. Человек просит в кемпинге за деньги. Не бесплатно, опорожнить свой биотуалет. А ему навязывают дополнительный сбор набор ненужных ему услуг. Где тут про суд, где попало. Вот, друзья, кстати, тоже пишут всякое тут. Непонятно тоже. Вот. Это другая песня. Не про мусор и совок, а про жлобство и монополию при покушении на право человека. Жить бесплатно даже в своем автодоме. Вот, друзья, я же объясняю, вот, и, ну, хорошо вот, расписывают эту тему, друзья. Я же не хочу бесплатно что-то там менять, там туалет, биотуалет. Я хочу за деньги, просто за те деньги, реальные деньги, понимаете. Но ну, биотуалет же не может стоить поменять биотуалет 25 евро, правильно, это слишком дорого, так? Или там 18 евро, там обязательно на ночевку кабинки стать. Поэтому я еще раз говорю, что я прошу там за реальные деньги. Вот я например, в одном кабинке здесь нашел. Около города Зутермера, я уже говорил вам недалеко, вот здесь, между Зутермером и Гаагой. За 5 евро нормально меняют тетенька разрешает менять биотуалет. Везде, в остальных кемпингах, все прям навязывают мне, вставая на ночевку, нельзя. Понимаете? Но ну, это монополия получается. Ты должен обязательно там заплатить 20 евро там, за ночь. Но ну, а я не хочу платить 20 евро, понимаете? Ну зачем мне? Видите, кембингов много свободных, то есть бесплатных парковок, точнее, много же много. Почему я должен платить за это, правильно? Вот видите, вот об этом же говорят, поэтому никто, никто, не собирается, мне все, халявщик, все остальное. Я не собираюсь на халяву, я хочу заплатить деньги, просто деньги хочу платить реальные, без навязывания другого сервиса. Вот хорошо очень написали, без навязывания, понимаете, сразу, что то должен, нельзя менять, вот это должен стать на сутки и здесь только менять, понимаете? Все прямо навязывают свои темы. Вот видите, о чем я, поэтому вот об этом. И вот сегодня проснулся. Видите, здесь такая вот парковочка. Около какого-то маленького речушки. Общем, здесь собачки люди гуляют, выходят. Вот сегодня меня вчера полиция прогнала. Я вот сегодня здесь начал пока еще не уезжал. Сейчас вот магазинчик на съезжу. Вот тут дяденька приехал на лошадях, поехал кататься с лошадью своей. В общем, вот такая вот парковка. Не знаю, сегодня здесь буду ночевать, не здесь. Посмотрю, в общем, дальше. Сегодня, наверное, пойду в город немножко прогуляюсь. Вот, тут какие-то бытовые вопросы сделать. Сегодня ничего не работает. Ни аккумулятор купить, ни масло поменять. В общем, надо на неделе где-то будет, видно, куда-то ехать.